Первоуральск начал готовиться к одному из главных православных праздников – Крещение. Планируется, что в этом году в прорубь окунутся более 2500 горожан. Для сильных духом сейчас специально организовывают купели. Обряд погружения состоится в ночь с 18 на 19 января. Первая Иордань, так называют крещенские проруби, расположится недалеко от плотины Белимбаевского пруда. Вторую традиционно оборудуют на льду Нижнешайтанского пруда рядом со спасательной станцией. Третья площадка появится на водоеме кемпинга на Московском тракте. Рядом с купелями установят большие палатки для переодевания и горячим чаем. На протяжении крещенской ночи будут дежурить спасатели. Врачи напоминают, погружение в холодную воду противопоказано людям с заболеванием сердца, легких и почек. Находиться в воде можно не более 30 секунд. После необходимо растереться полотенцем и надеть теплую сухую одежду. Употреблять алкоголь категорически запрещено. По данным городской службы спасения, в прошлом году участие в праздничном купании приняли более 2500 первоуральцев.